ничего нет лучшего выпить теплого, свежего капшута. Mambas, money for ideas, for life. Amigos, such is my peace, so swear it. Bitch, I got racks. Bitch, I got racks. Bitch, I got racks. Bitch, I ain't gonna lie, Diamond, you crazy for this one. Камшот, камшот. Это история про то, как мы решили взять себе мефедрон. Был, короче, я, медовенький и Денис Фишман. Оказалось в итоге, что это были кристаллы МДМА, а не мефедрон. Ну, короче, зарулил я к барыге, взял и поехал к себе домой. Там меня уже встретил Денис Фишман и медовенький Егор. Ебать, я разнюхал, догоняюсь, и вот уже 5 утра. Короче, я, блять, охуеваю, я вижу змея. Блять, я взял нож и все, минус голова, все. Теперь пошел рассказ глаз Егора Медовенького. Теперь рассказываю от своего лица. Я, короче, тоже разнюхнулся и вижу медведя. Блять, он начал со мной говорить. Я ебанул еще трак и начинаю выть. Бля, пиздец, химоза мне дает, надо попить. Все, я заебался выть, надо поправиться, выйду покурить. Дэм, что буду делать от своего лица? Двигаю рукой, а двигается еще. Я охуел, у меня телекинез, бля. Захожу в комнату Блэкстару, а там еще горыныч змей. Блэкстар ебашит его ножиком, бля. Буду он чуча. Я разъебашил этих змей. Потом после этого Денис отходил еще 2 дня. Damn. И он мне звонит, и он мне говорит, что он может двигать сразу несколько вещей. Бро, но сила и мысли. А медовенький тем временем уехал в дурку за попытку самоубийства. Дэм, я тоже отходил. Короче, штрих, который продал мне вместо мефедрона МДМА, я, блядь, твой рот долбил и твою маму ебал. Я всю твою семью, блядь, ебал, гандон.